В одном из госпиталей Италии от коронавируса вылечился 93-летний старик. В госпитале его лечили, как могли, а под конец сказали, что ему нужно установить дыхательный вентилятор и заплатить за это 5000 евро. Такую сумму оценивается работа этого сложного и дорогого аппарата. 5000 евро за 24 часа возможности просто дышать. Когда старик услышал об этом, то горько расплакался. Лечащий врач как мог пытался утешить пожилого пациента. Мол, когда речь идет о твоей жизни, такую высокую цену можно и заплатить. Но сквозь слезы старик ответил, что плачет вовсе не из-за непомерной цены за дыхательный аппарат. Он сказал: «Я плачу не из-за денег, которые мне предстоит заплатить. Слава Богу, у меня не есть. Я могу оплатить свое лечение. Я плачу от того, что по милости Божией дышу воздухом. Вот уже 93 года, но никогда за него не платил. Вы говорите, что один день использования дыхательного вентилятора в госпитале стоит 5000 евро. А знаете, сколько тогда я должен Господу за свою долгую жизнь? А я его ни разу, никогда за это даже не благодарил». И после его слов заплакали уже сами врачи, находившиеся рядом с ним. Такие дела.